В Казахстане выросли автобусные пассажироперевозки. За год их рост составил 17%. Об этом сообщает портал Ренкин.кз. Только за последние 5 месяцев доходы компании в этом секторе превысили 40 миллиардов тенге. За это время до пунктов назначения автобусы доставили около 2 миллиардов казахстанцев. Кроме этого, почти на 40% за год выросли доходы компаний, занимающихся перевозками грузов. Их прибыль превысила 104 миллиарда тенге.